Здравствуйте, с вами «Актуальное интервью». Меня зовут Павел Танин. И сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя правительства Якутии, министр экономики республики Михаил Осипов. Михаил Анатольевич, здравствуйте. И спасибо, спасибо, что пришли. И сразу же первый вопрос. В эти дни в Якутске планируется проведение расширенного совещания у руководителя региона Егора Борисова по перспективам участия республики в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». И вот какие мероприятия запланированы и кто будет главным экспертом на этом совещании? В рамках работы правительства Российской Федерации создан проектный офис по реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Его возглавляет заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгений Кисляков. И вот как раз 30 ноября и 1 декабря рабочая группа данного проектного офиса в составе 8 экспертов будет работать у нас в республике. 30 ноября запланированы мероприятия в отраслевом разрезе, то есть эксперты вместе с сообществом, которое представлено представителями органов здравоохранения, ЖКХ, связи, информатизации, экономики. Они проведут дискуссионные площадки, и, соответственно, мы обсудим те подходы, которые уже сегодня сформированы на федеральном уровне, обсудим особенности реализации их в условиях Республики Саха-Якутия, и, соответственно, выработанные подходы уже 1 декабря на уровне главы республики, на расширенном заседании мы будем их докладывать. И я думаю, что 1 декабря глава республики уже сможет дать начало реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории нашей республики. Вот, я думаю, что все-таки стоит разобраться в понятии «цифровая экономика», потому что, вот, к примеру, я лично не очень понимаю, что это такое цифровая экономика, в чем она заключается. Как-то... Ну, давайте начнем с того, что экономика – это довольно широкое понятие. Соответственно, цифровая экономика, она базируется на массивах цифровых данных. То есть, таким образом, конечная цель – это достижение высокой производительности труда, когда мы используем те или иные массивы цифровых данных, которые связаны с современным состоянием отдельных отраслей экономики, может быть, даже отдельных предприятий, оказания государственных услуг, ну и так далее. То есть, я так понимаю, что... Ну... Возможно, грубо будет сказано, так перевод всей инфраструктуры в такое цифровое пространство, что возможно перевести? Скажем так, перевод основных показателей и качественных характеристик, которые сопровождают жизнь, жизнедеятельность и работу каждого человека, скажем так, в цифровые параметры. И когда этот процесс идет, соответственно, возникают некие общности, возникают некие группы этих чисел, с которыми можно довольно работать по-разному. То есть подходы могут быть разные. Это и статистические, и математические подходы. И в то же время конечная задача, конечно, это вот, как я сказал, достижение высокой производительности труда в плане их обработки и выработки решений, в том числе и структурных преобразований в экономике, улучшение, прежде всего, качества оказываемых государственных услуг, муниципальных, социальных, перевод, скажем так, тех базовых информационных платформ, которые мы должны наработать, это вот, ну, можно упрощенно так сказать, да? Вот, например, каждый из нас пользуется государственными муниципальными услугами. И в рамках цифровой экономики базовые данные по респонденту, который обращается за получением этой услуги, они будут автоматизированы и переведены в цифровой формат, что обеспечит удобство, прежде всего, для заявителя и, соответственно,
более быстрое реагирование теми органами власти, которые оказывают эти услуги. То есть, вот портал госуслуг, например? Да, да, портал госуслуг. То уже есть... сегодня это реализуется? Ну, госуслуги реализуются довольно-таки давно, да. То есть, уже несколько лет. Но тут, вероятно, все-таки подведем так черту под именно определением цифровой экономики. Все-таки, мне кажется, экономика, понять слово экономика в этом словосочетании немного вводит в заблуждение, потому что экономика все-таки больше ассоциируется, там, прибыль, убыль и так далее. Здесь же все-таки большой комплекс. Но вот, возвращаясь к нашей республике, какие предпосылки развивать цифровую экономику есть у нас в регионе сегодня? Ну, я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Предпосылок достаточно много. Во-первых, вот как я сказал, все практически население, в основном активная часть населения трудоспособного возраста, оно пользуется государственными муниципальными услугами. Там, я считаю, мы достаточно неплохо продвинулись, но есть определенные резервы. Второе направление – это здравоохранение. Сегодня каждый житель республики так или иначе пользуется услугами нескольких учреждений здравоохранения, и везде, соответственно, у нас у каждого должна быть карточка пациента, соответственно, надо представлять еще какие-то документы, результаты исследований, которые произведены, допустим, в одном учреждении, их надо предъявлять в другое. Люди там что-то теряют и так далее. Заново надо проходить. Здесь, если мы это все переложим в цифровой формат, будет некая база данных, будут пользователи ограниченного круга, потому что это персональная информация, мы ее распространять не можем. И, соответственно, таким образом можно сказать, что человек, который обратился в поликлинику, допустим, по месту жительства, получил результаты всех этих исследований, и потом он, если обращается в специализированное медицинское учреждение, там уже результаты эти есть. Там эти результаты уже будут, и на основе этих данных он уже придет, можно сказать, практически к специалисту, который знает полностью все, что связано с этим человеком, и, соответственно, процесс будет ускоряться, и он будет более эффективный, чем сегодня. Потому что, ну, надо сказать, что не все эти процессы у нас сегодня в достаточной мере отработаны. Это как пример. Что, то же самое касается, допустим, жилищно-коммунального хозяйства. Вот сегодня бюджет республики несет затраты в объеме 20 миллиардов рублей. То есть это те затраты, которые мы возмещаем поставщикам услуг жилищно-коммунального комплекса. Это тепло, вода, прежде всего. Соответственно, их себестоимость гораздо выше, чем население оплачивает. В каких-то районах оплата там 4-5%, в крупных городах она доходит там 30-40-50% в зависимости от вида услуги, а все остальное возмещает государство. Так и вы понимаете, вот здесь у нас очень большой резерв. Во-первых, у нас есть массив по жилью, где проживают граждане. Второе, есть массив, который обслуживает это жилье. Это управляющие компании, это поставщики услуг. И, соответственно, мы должны эту систему упорядочить. У нас, можно сказать, практически мы должны прийти к тому, что помощь должна быть адресная. Мы должны ее оказывать тому, у кого недостаточно доходов. И здесь цифровизация этих услуг может привести к значительному повышению эффективности расходования бюджетных средств в этом направлении. Возможно, даже экономии. Может быть, будет экономия, конечно, мы не исключаем этого. Ну, то есть поможет более точечно. Абсолютно, да, абсолютно. Ну вот, говоря опять же про цифровизацию, да, скажем так, стоит затронуть вопрос именно цифрового неравенства, то есть как в республике вот решаться будет вопрос, потому что сегодня высокоскоростным интернетом у нас охвачено около 70% населения. Чуть меньше. Чуть меньше, да. 99% это мобильная связь, но опять же не вся мобильная связь с интернетом. 65% домохозяйств сегодня, они имеют широкополосный интернет. Причем я хочу сказать, что это связано с тем, что в последние годы активно проводилась работа по прокладке оптоволокна.
В ближайшие годы эта работа будет продолжена. Около 130 населенных пунктов республики они будут подключены вновь, и мы выйдем на показатели 75%. Но есть критерии, которые, индикаторы, которые установлены в федеральной программе развития цифровой экономики. Я думаю, что надо озвучить этот индикатор. 97% населения в итоге Российской Федерации должен быть достигнут доступ населения к интернету со скоростью 100 килобит в секунду. Это, я считаю, достаточно серьезный прорыв. Скорость интернета убыстрится, и, соответственно, получение различного рода услуг населением, соответственно, возможности возрастут. Это касается всего комплекса государственных, муниципальных услуг, социальных. Это касается получения дистанционного образования. Опять же, получит дальнейшее развитие телемедицина. И таким образом возрастет качество, ну, прежде всего, наверное, социальных услуг. Потому что по государственным, муниципальным, я думаю, что в принципе, в целом, они оказываются на достаточно высоком уровне. Вот немножко отклонимся от темы, смежную, так сказать, возьмем, поговорим буквально пару минут об IT-технологиях. Сегодня у нас, кстати, они очень активно развиваются, у нас и в школах преподаются уже какие-то там робототехника, программирование и так далее. Будут ли обучаться новым технологиям дети, вот начиная с детского сада, может быть, есть какой-то план, так немного в будущее заглянем? Я думаю, что это требование жизни сегодня. Вы понимаете, в любом обществе научно-техническое творчество, особенно детское, оно всегда поддерживалось, это было и при советской власти, это поддерживается и сейчас. То есть уже на стадии обучения или даже детского сада научно-технические кружки, научные исследования, которые сегодня проводятся в рамках школьного обучения или довузовского, это необходимо делать, и это уже реализуется. И таким образом уже подрастающее поколение, начиная с детского сада, уже действительно вовлекается в этот процесс очень активно. Дети же очень любознательные. И, соответственно, мы не то чтобы этим пользуемся, а это же интересно. Но это будущее, это перспектива. Да, это будущее, это перспектива. Михаил Анатольевич, к сожалению, эфирное время наше подходит к концу. Много о чем еще не успели поговорить. Надеюсь, встретимся еще не раз. И я напомню, что в гостях у нас был первый заместитель председателя правительства Якутии, министр экономики республики Михаил Осипов. До встречи. Спасибо.